дракон, который среди меня называются Вики. Прикол он из веточек, ну, с веточками, и два слитки латунные. С веточками очень легкие, очень приятные на ощупь, на вес кулончики. Два сделаны из олова и стали, армированы сталью. Вот. И один из них с авантюринчиками и деревянными бусинками. Но авантюринчики без искорок просто. То есть очень похоже на нефрит, но вроде авантюрина все-таки. А третий кулончик с веточкой тоже с авантюринчиками, но медный. И подвесочки медные, цепочка медная. Вот. И два латунных слиточка произвольной формы органической, что вылилось, то вылилось. Они текстурированы с одной стороны, с другой стороны. То есть тоже текстура, но такая непроизвольная, не мной сделанная. Тяжеленькие, увесистые. Вот такие дикие кулоны.